В Орленке появилась новая площадка, где будут отдыхать не дети, а взрослые. В клуб вожатых может прийти каждый сотрудник центра и культурно отдохнуть после рабочего трудового дня. Как проводят свободное время вожатые, узнавала Дарья Петрушенко. В общем, что я предлагаю по этому поводу? У нас будет группа. Настольные подвижные игры, тематические вечера, кино и общение с коллегами в неформальной обстановке. Программу культурных вечеров организаторы клуба и старшие вожатые детских лагерей разрабатывают заранее. Обсуждают, какие мероприятия могут быть интересны педагогам и планируют расписание так, чтобы вечера могли вписаться в плотный график работы вожатых. Вожатский клуб – это довольно уникальное место, где все сотрудники центра, вне зависимости от того, где они работают, могут собираться для своего саморазвития. Также для внерабочего отдыха, для общения и для создания всяческих дел. В расписании мастер-классы, беседы, кинопоказы на разный вкус. Для любителей прекрасного в этот раз проходит поэтический вечер. Гости зачитывают произведения известных авторов и делятся своими собственными сочинениями. Приглушенный свет, свечи и книги создают особую атмосферу. Стихотворения Евтушенко, Есенина и Блок разбавляют лирические песни под гитару. Те люди, у которых выходной, смогли прийти, это очень здорово. Здорово, что у нас собралась такая вот душевная компания ребят, которых это интересует, которые неравнодушны к тому, что здесь, собственно, происходит. В планах клуба мероприятия на каждый день, от тематических бесед до танцевальных вечеров. Для каждого педагога это возможность отдохнуть от основной работы, провести время с единомышленниками и набраться сил для следующего рабочего дня. Дарья Петрушенко, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».